Почему нельзя использовать корейско-китайские шины? Тест показал на торможение. Итак, ссылку на источник оставляю в описании под этим видео. Вам говорю, поехали. В последнее время на российском рынке все больше распространения получают всевозможные малоузнаваемые бренды корейских производителей автошин, большая часть из которых, между прочим, производится, как ни странно, в Китае. Автолюбители относятся к таким покрышкам, ну я бы сказал так, если быть более вежливым, с опаской. Однако многие автопроизводители ради экономии комплектуют свои новые машины вот именно такого рода экземплярами. Владельцу ничего не остается, как ездить на них, да еще и по несколько лет. И что интересно, как выяснило издание «Авторевью», такая экономия может существенно сказаться на безопасности и, конечно же, на, не дай бог, опасности вообще потерять саму жизнь. Для тестов журналисты взяли новый «Хавал Джолион», у которого тормозной путь замеряли как на штатных резинах, а также и на премиальных. Разница оказалась, ну, друзья, впечатляющей. Штатные Кюмхо Салус HS83 на 18 дюймов считаются корейскими, однако производятся в Китае, о чем свидетельствует невзрачная надпись. В противовес им выступили Continental Premium Contact 6. При торможении со скоростью 100 км в час до полной остановки на сухом покрытии на именитых покрышках кроссоверу потребовалось 36,7 метра против 38,6 метров на Кюмхо. То есть, друзья, смотрите, разница, грубо округляю, в 2 метра. Хоть вроде бы не такая большая, но в случае с ДТП она, конечно же, может стоить как минимум травм, а как максимум и самой жизни. И я хочу вам сказать нечто большее. Куда плачевней оказалась ситуация на мокром покрытии. Те же 100 км в час и 44,6 против 38,6. Вот, тут разница уже нам дала, друзья, аж целых 6 метров тормозного пути. И это уже, конечно же, способно при правильных условиях спасти жизнь, а при глупости эту жизнь отнять. Да, комплект Continental Premium Contact 6, как и у других шин именитых брендов подобной размерности, обойдутся в 50 тысяч рубчиков. Стоит ли безопасность того или не стоит? Давайте каждый уже спросите себя об этом, конечно же, сами.